В спорткомплексе имени Али Алиева завершилось открытое первенство Министерства образования и науки Дагестана по карате среди школьников. В соревнованиях приняло участие 150 спортсменов из Махачкалы, Избербаша, Буйнакска, Буйнакского района и Ботлиха. О победителях и побежденных в сюжете Гаджимурада Зиудинова. Желаю вам крепкого здоровья. Это очень хороший вид карате, да еще олимпийский вид. Это очень отрадно. Выслушав напутствие аксакалов дагестанского спорта и зарядившись энергией зажигательной лезгинки, юные каратисты принялись за дело. Пожалуй, самые увлекательные поединки выдали школьники возрастной категории от 8 до 9 лет. Особняком здесь выделялся Асхаб Шихшабеков. Воспитанник тренера Арсена Гаджиева выиграл 4 поединка в весе свыше 30 килограммов и стал чемпионом. Я хожу на карате один год. Мне понравилось карате тем, что тут помогает защищаться. Мне было страшно, на последнем бою я волновался. Юные каратисты бились изо всех сил, стараясь дать фору своим старшим коллегам. Благодарные зрители не жалели эмоций и аплодисментов. Войдя в программу Токийских олимпийских игр 2020 года, карате завоевывает все больше поклонников. Отточенную технику и функциональную подготовку юношей оценил старший тренер отделения карате Республиканской детской юношеской спортшколы Минобразования Арсен Гаджиев. Бои были красивые, очень зрелищные. И судейство было компетентное. Вот, ну, конечно, если проигравшие спортсмены, они должны в дальнейшем заниматься. Вот, лично наши, вот я даже не почитал, очень много чемпионов, призеров. Всех поздравляю. Каратисты Республиканской детской юношеской спортшколы Минобразования Дагестана завоевали львиную долю медалей – 10. Имена победителей первенства республики на ваших экранах. Гаджимурад Зиудинов, Ирасхан Мисриханов, Рамазан Амаров и Юсуп Гази Амаров. Время новостей.